Тем временем мошенники умудряются зарабатывать на ковиде. Вот новая схема. Неизвестные лица звонят работодателям, представляются сотрудниками Роспотребнадзора и запугивают проверкой. Требуют подготовить документы о вакцинации и результаты ПЦР-тестов работников. При этом аферисты предлагают обеспечить достойную встречу, намекают на подарки и вознаграждения за содействие в положительных результатах проверки. Управление Роспотребнадзора по Коми предупреждает, эти действия носят мошеннический характер. При подобных звонках необходимо обращаться в полицию.